Дорогие друзья, это канал Технобар Плюс, и сегодня у нас снова видео на тему, как выиграть числовую лотерею. На этот раз рассматриваем лотерею Супер Лото, где необходимо угадать 6 шариков из 5, в диапазоне от 1 до 52, которые выпадут, собственно, в лототроне во время розыгрыша. Итак, друзья, ну опять же, ориентируясь на метод характеристического числа, соответственно, я составил пирамиду характеристического числа, взял результаты прошлого тиража. И, собственно, после этих результатов, опять же, я составил пирамиду каким образом? От большего отнял меньше, от большего меньше, от большего меньше, от большего меньше. Ну, тут то же самое. И тут далее от большего меньше вычел. Вот, допустим, от 17 отнял 3, 14, от 11, 3, восьмерка, от 11, 6, пятерка, от 6, четверку, двойка, ну и так далее. Получилось у нас характеристическое число 3. Друзья, хотел бы немножечко, скажем так, небольшую информацию вам сразу же дать по предыдущему тиражу, который у нас был до вот этого тиража. Как вы можете заметить, здесь у нас числа, вот предыдущий тираж и, соответственно, следующий тираж. Как вы можете видеть, в предыдущем тираже до вот этого, до 16 числа, у нас выпали числа 5, 7, 36, 43, 44 и 50. Я, опять же, по данной методике сейчас, о которой я вам расскажу, но она практически ничем не отличается, за исключением нескольких чисел, от... собственно, от расчетов тиража в лото максима по моему методу. Я произвел также расчеты. И что я вам могу сказать? Вот числа выпали, которые следующие после этого тиража. То есть вот они, эти же числа. Вот они, я их здесь вам записал. Смотрите, из диапазона чисел, от которых отфильтровались, у нас всего лишь 43 отфильтровалось. А 5 чисел, получается, остались в диапазоне выбора, друзья. Смотрите, какие это числа. 2, 6, вот она 2, вот она 6. Опять же, записал таблицу от 1 до 52. Вот она 2, вот она 6. Вот она наша 12. Вот наша 23. Вот наша 26. И всего лишь одно число, 43, у нас отфильтровалось. Но это так как бы предварительно очень даже неплохой результат. То есть фактически метод сработал на 90%. Как-то так. Как этот метод выглядит и как им пользоваться? Опять же, друзья, за основу я взял числа 110, 111, 112, 113 и 115. Далее, что я произвел, какие манипуляции? От 110 я вычел 43. Последнее число предыдущего тиража. И вычел производную. 110 минус 43 и вычел производную. 110 минус 43 и вычел производную. Крестиками отмечены те производные, которые у нас не дают, дают результат, короче говоря, больше 52. Ну, я уже их так записал все подряд, как говорится, числа вычел. Соответственно, что я вам хочу отметить, друзья, смотрите, начинается у нас расчет в данном случае с 24, то есть какой-то уже результат, который мы можем фильтровать. 110 минус 43 минус 24, вот здесь, и уже получается уже у нас число 43. Далее 110 минус 43 минус 36, 110 минус 43 минус 36. Минус 48. 110 минус 43 минус 29. Вот оно. 110 минус 43 и минус 41. Вот оно. Записал эти числа. Ту же самую процедуру провел со 111, со 112, 113 и 115. Далее, что я сделал? Записал таблицу от 1 до 52. Кстати, немножечко ошибся. До 52. И... эти все числа, которые у нас здесь получились, результаты, я их, соответственно, вписал в эту таблицу, отметил оранжевым, то есть потенциально на них ставки делать не стоит. Но у нас в данном случае, как вы можете видеть, здесь много чисел, на которые,
которые могли бы участвовать в расчете, но они опять же дают свыше 52 в итоге результат. Соответственно, они не участвуют. И не участвуют это на минуточку 20 цифр. Соответственно, много, скажем так, чисел, на которые сегодня нужно ставить и из которых нужно выбирать. Это плохо, друзья. Это плохо. Почему? Потому что шанс, чем меньше чисел, тем точнее мы сможем сделать свой выбор и, соответственно, больше шансов выиграть в эту лотерею. Но тут фишка в чем? Что здесь необходимо выставить 6 цифр, а не 5, либо там 4. И 6 цифр. Из них, допустим, те же гораздо легче 2-3 числа угадать, нежели, допустим, в той же лото максима. Как-то так. И сегодня у нас участвуют числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 23, 25, 30, 35, 37, 42, 47, 49, 50, 51 и 52. Друзья, обвел я карандашом числа, на которые стоит обратить самое пристальное внимание, поскольку вероятность большая, что из этих чисел сегодня будет состоять комбинация, то есть 6 шариков выпадут. Кому понравилось видео, друзья, ставим лайк, подписываемся обязательно на канал, делимся своим мнением в комментариях. Теперь будут выходить видео и на тему суперлото, поскольку я считаю, что перспектива данного метода, друзья, очень, скажем так, актуальна в расчетах и есть возможность выиграть. Ну а я, как обычно, на канале Технобар Плюс. Всех обнял.